И не только Путин превратился в законченного параноика. Помните, как недавно весь интернет удивлялся этому видео с Кадыровым, где он еле языком ворочает? Тех шайтанов, которые сегодня существуют на территории, на, так сказать, за ленточкой дома. Тогда еще все гадали, это ему просто поплохело или же результат действия всяких запрещенных веществ. И в последующем дальше, как наш Висаитов, пойдем до Эльбы. И вот теперь появились новые, интереснейшие подробности. Авторитетный канал ВЧК ОГПУ со ссылкой на собственные источники уверяет, Кадыров нашел крайнего. Заподозрил Эльхана Сулейманова, бывшего вице-премьера и министра здравоохранения Чечни. А еще он был у Рамзанки, как личным доктором. Так вот, этот Сулейманов ему делал какие-то инъекции. И после этого как рукой сняло. Правда, не симптомы у прислужника Путина, а самого Сулейманова. Он просто исчез. Говорят, Кадыров решил, что именно из-за него-то здоровье и пошло под откос. И в одночасье он снял его с должности вице-премьера, и с тех пор его никто не видел. Подозревают, его-то и в живых уже нет. Могли даже просто закопать живьем. А теперь смотрите внимательнее. Вот сайт республиканского онкодиспансера, который был главным проектом Сулейманова. И теперь там продают кокаин, причем в Дубае, там же, где Кадыров якобы и лечился от своего отравления. А вот как вы думаете, что все-таки рано или поздно ждет таких вот параноиков Кадырова и Путина? И смогут ли они таки защититься от народного гнева? Ждем ваших мнений в комментариях. А также будем благодарны за ваши лайки и подписки на канал.